Все, но делает не умеет, да? Естественно, тяжело. Что-то не умеет. А ну, заливай. Разогрейся еще. Возьми... А, там чучело, ладно. Возьми там чучело, сделай пару бросков. Дай оттуда чучело, возьми побольше. Ну что это за бросок? Ну что это за бросок, Андрюш? За одну руку. За пальцы! Поэтому и бросками! Кидать! Кидать? В середине. А, или правильно, туда чуть-чуть в уголочек. Ну, попутай там. Еще раз. Молодец. Стоп. А в какой стойке ты стоишь? В какой стойке ты борешься? Да? Понял, да? Когда ты будешь бороться, значит, в ту сторону, куда ты делаешь бросок, у тебя не получится бросок, ты его туда не делаешь. Хорошо. Закончили, заправились. Так, Артур ко мне, Даник к Саше. Ты будешь делать так, Юрий Саныч, встанешь там, 30 отжиманий, приседаний, пресс. Потом подходишь ко мне, или говорю, Сергей Анатольевич, я сделал, я тебе там меняю. И следующий идет, а кто-то выходит. А что вы ушли скоро? Ну, ходите. Так. С кем будешь бороться? С ним. С ним? Значит, ты в серебрусках не имеешь права на него падать. Не имеешь падать раньше, чем он. То есть нужно подстраховать. Во-вторых, не работать до силы, то есть не ломать. Он может, потому что он меньше, а ты нет. Внимание! Боремся! Значит, давайте так. Без захвата ног, начало под дзюдо. Первая схватка, 2 минуты под дзюдо. Значит, еще раз, дзюдо. Бросок в стойке без захвата ног. Это удержание, но в партере я буду поднимать сразу. Я буду посмотреть. 3-4 секунды нет ни к чему, то есть нет удержания ни на болевое, на удушающее. Сразу буду говорить, встали в стойку, чтобы вы не обижались. Готовы? Ну и под дзюдо. Джим! Юрий Александрович там засек, наверное. А, даже засекать не надо. Ну, 2 минуты засекать. Саня, взял и сожрал танцующую. Саня. Вот так.
Артур, делай быстрее, я тебе туда. Мне надо, чтобы ты немножко устал, а потом шел бороться. Не давай, значит. Дай их не разговаривать. Бороться. Стойку, стойку. Отлично, это ИПОН, 4 балла. Стойку, Андрей. Все, все, все сделал. И отжимание, и приседание, и пресс. Так, вперед, Саша. Даник, переходишь сюда. Миша, Матэ, Даник вместо тебя. Ты идешь, Саша, бороться. Вот сейчас вроде бы твой Каталин, но не знаю, может Андрей, просто плохо видно было мне. По 30 раз все. Даник, сожрай. Даня. Артур, сразу болит. Здравствуй, Миша. Маша, там есть одна девочка, зовут ее Настя. А ты хотела, чтобы она была Маша? А ты хотела? Ну что да, сделаем еще? Что происходит? Сдержать. Ну, я тоже. Так считаю, что под зубом. Под зубом? Где нога? Где нос? Да. По самбо считается под зубом? Под зубом, под зубом. Нет. Под зубом. Под зубом нет. Да, ты борешься, я разговариваю. Под зубом, под зубом. Все под зубом. Ставим стойку. И... Матей! Разогрелись? Нет. Внимание сюда. Стоп. Сейчас боремся по самбо. Где разрешено? Болевые на ноги, на руки, даже болевое. Удушающие. Удержание. Это не ипон, только 4 балла. Броски 4 балла. 2 балла, 1 балл. Можно хватать за ноги. Мельницы делать. Удушающие делать то же самое. И спереди, как отсюда, по грэпплингу и под зубом. Сзади вопросы есть. Итак, чемпионат города. 2 минуты. Юрий Александрович, кто выиграл? Вы там садитесь и отдыхаете. Вперед. А если он сдался, то все или дальше? Да, все. Я сейчас вам подсадил. До победы. Победа – это удушающий, болевой или 20 баллов. Ну что, Даня, значит, на сегодня все, а надо было оставить. Я в шоке. Давай, Сандре, вам очки.
чего ходите? Травмировали. 2 минуты. Чем травмировали? Матыш! Заправились? Дай, ты много говоришь, я ударю тебя. Понял? Опять говори. Встань туда и лицо в него. Заправились. Поправляй быстрее. Счет. 0-0, поворачивай. Эй, потому что хочешь разговаривать. Вышел, сделай пару кусков и разговаривай. Шаг вперед. Какой счет? Кто? Что сделал? Удержание. Нет, за ногу схватил дверь. За ногу, да? Ты за ногу. Ты на 10 килограмм больше за ногу. Борис Подзюба, не надо тебе за ноги. За ногу. Мельницу я себя понимаю. Ты взрослый парень, 10 раз больше его весишь. Сильнее и за ногу хватает. Пока, показывай тебе за ногу. Вот так, возьму за ногу. Да, разрешил по самбо. Но не надо, старайся все равно стоять прямо. Хорошо? Кто выиграл? Ты выиграл, да? Он сделал удержание. А броски? Броски нужны? Чемпион? Здесь я выиграл. Хорошо. Вот удержание надо было делать. Хорошо. Там ничего. Здесь ничего. Как и будет? Тренировка прошла, ни одного броска не можете сделать. Так. Приготовились? Миша. Так, Катерин туда перешел. Даниил перешел сюда. Да, сюда. Какой бросок делаем? Через грудь. Поэтому если залез, сразу метай его, что он улетел. Остановишься, постоишь немножко, все. Готовы? Миша, порвать его. И не надо бороться. Все время в парке. Стойки надо рвать. Время. Аджина. Юрий, 2 минуты. Давай. Мельницу делай. Мельницу, Артур. Дай ему пояс, сделай мельницу. Кто ты согнулся, выпрямись. Выше захват. Выше захват правой. Еще выше. Еще выше. Еще делай заднюю. Заднюю подножку буду делать. Покажи, покажи, сделай. Покажи, сделай. Покажи, сделай. Давай, 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 делай, 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 делай. Вот, вот, правильно. Молодец. Выше, выше захват. Делай, делай сзади. Дай мне стойку. Всем стойку. Стоп, стойку. Выше. Уклон, стойку. Еще раз, захват такой. Сюда делаешь. Бери, бери шею, держи. Аджи, да, бери. Просто. Молодец, Саша. Делай бедро ему, Саня. Взял так захват, делай бедро ему. Бедри улетит, бедри, бедри. Не отпускай, бедри, Саня. Бедро. Ну, за него. Бедро он через грудь делает. Миша, стойку. Все там, все удержание есть, он уйти не может. Давай, Даник, проигрывай! Руку под мышку. Зачем такой захват, Саш? Под мышку руку и бедри. Работаем. Что стоишь? Миша, давай работаем. Двигайся, двигайся, рви захваты, делай. Миша, отдал захват, сорвай захват снова же. Есть 2 балла, Артур. Встать удержание. Минуту. Время. Стойку. Заправились. Я не вижу брусков хороших. Я вижу, чтобы ноги летели там. Еще раз. И смотрите на ноги. Стойте прямо. Берите хороший захват.
Еще раз. Работать надо в захвате. Не ходите разговаривать. А соперника взял захват, сюда вывел, сюда вывел. Сюда толкнул, сюда толкнул. Толкни, сорви захват, возьми захват. Покажи прием. Не надо сразу лезть, посмотри, что он делает. Покажи ему раз, раз, раз. Он защищается, ты его раз в другую сторону. Бороться надо, вы стоите. Все время двигаться, все время в движении. Не бегать вокруг соперника, выводить его можно. Взяли соперника, сюда поведите, толкните его, сюда, сюда. Возьмите отсюда, вот сюда, раз, подсечку, в эту сторону покажите. Все время двигайте. Приготовились, третья схватка. Хасуна! Иди, Шендрия, на ковер. Мате, стоп. Что это за стоп? Это стойка, все. Если ты в любом учебнике не прочитаешь, это стойка, которую ты не читаешь. У него нет, у него стоять надо прямо. Он должен так стоять. Вот так ты стоишь, он должен стоять. Согнуть. Хочу. Тренер. Стойку. Тренер, делай бросок. Да, молодец. Стойку, стойку боремся. Стоп, стоп. Скажи, какой бросок будешь делать? Какой-то. Ну, мне покажи здесь глаза. Вот теперь смотри. Вот он взял, да? Он должен был дать раз сюда бросок, чтобы он защитился. Раз, а потом только сюда, а потом только сюда. Вот. Ты должен его сюда бросить. Тогда, когда ты сюда подставишь, ты ногу выставляешь. А наши ногу выставляешь. Пока. Защищай. Как ты будешь защищать? Вот это ведро сюда вперед. Пока. Поворачивайся ко мне сюда. Вот он защищает. Да, не отсюда. Он бы отсюда пошел. Понимаешь? А ты стоишь низко и хочешь ему сделать. Ставишь стойку. Хватит так перебороться по полчаса. Даже 3-4 секунды в стойку. Бросай, 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 Миша. До конца. Руку опустил. Стойку. Видишь, остановился и все. Руку к себе и дальше. Две минуты. Что? Заправились. Миша. Саша, можешь побороться? Да. Шендри отдыхает. Саша, сюда, дай мне карту. На него не падает. Маша, хозяйка. Маша, скажи, пожалуйста, там девочки раздеваются? Или хулиганы там пьют, курят, какают? Ну так вот, я закрою еще сколько? Как все, на понедельник? Я проверяю в пятницу, закрыто. Я закрываю и отдаю ту раздевалку мальчикам. Все. Да что? Что там? Вот, блин, что там? Грязь? Я не знаю, блин. Валяется все, блин. Зашел девочка, называется. Здравствуйте. Встали. Еще раз. Паркали. 5 секунд. Бросил удержание. Зафиксировал. Все. Бросил. На болевой сел. Да. Что вы по полчаса там и болите? Лежите и лежите, лежите и лежите. Пацаны, собрались. Все, Олимпийские игры. Готовы? Время. Стоп, стоп. Саш, впереди сюда, а ты впереди сюда. Готовы? Время. Не вижу. Активно бороться. Еще ниже встать.